Добрый день. Сегодня рассмотрим узор для жакета. Узор равен 5 петлям и 3 ряда. 20 петель набрали. 1 петля подъема. И провязываем весь ряд столбиками без накида. Вот так, до конца ряда. Провязали до конца ряда все 20 петель. 1 воздушная петля. Поворачиваем работу и провязываем второй ряд столбиками без накида. Два ряда связаны столбиками без накида. Провязываем последнюю петлю. Пять воздушных петель. 4, 5. Поворачиваем работу. И теперь что мы делаем? Входим в первую петлю. Внимательно. Вытягиваем петельку до уровня вот этих 5 воздушных петель. Входим в следующую. Вытягиваем петлю. Входим в следующую. Вытягиваем петлю. Входим в следующую. Вытягиваем петлю. Входим. У нас надо таких петель вытянуть 5. Вот. Теперь мы их провязываем. Все 5. Остается 2. Теперь мы эти 2 провязываем. Да? Смотрим внимательно. Раскрываем вот эти петельки. И сюда провязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3. 4. Есть. Мы связали элемент. Пошли дальше. Заходим в петлю. Вытягиваем. Заходим в петлю. Вытягиваем. Вытягиваем как можно больше. Затягиваем. Входим в петлю. Вытягиваем. 4. 5. Мы их провязываем. 5 петель только провязываем. У нас остается 2. 2 провязываем вместе. Открываем петельки. И сюда провязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Мы связали второй элемент. Давайте еще раз попробуем. Заходим в петельку, вытягиваем ее. Заходим в петлю предыдущего ряда, вытягиваем петлю как можно длиннее. 5 штук. 4, 5. Вот. Провязываем их. На крючке остаются 2. Провязываем 2. И теперь, ну, можно открывать, можно не открывать, кому как удобно. Внутрь образовавшегося кольца мы провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Всего у нас получилось 4 столбика. 5 столбиков без накида. Еще раз. 20 петель, они рассчитаны на 4 таких элемента. 1 петля, 2,
Не, не туда, вот сюда, вот и промазал. Одна петля, вторая. Взяла специально большой крючок. 4,5. 5. Провязываем. На крючке осталось 2. Провязываем еще раз. И теперь в кольцо, образовавшееся, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Связалось 4 элемента. В край мы вяжем, провязываем последний столбик с тройным накидом. 1, 2, 3. Вот так. Все. Это у нас третий ряд связан. Теперь нам надо провязать 2 ряда без накида. Поворачиваем работу. Нет, одна воздушная петля. Поворачиваем работу и провязываем 2 ряда столбиками без накида. Так, каждую петлю предыдущего ряда. Провязали четвертый ряд столбиками без накида. У нас осталась последняя петля. Мы провязываем столбик без накида. Одна воздушная, поворачиваем и провязываем пятый ряд столбиками без накида. Нам надо выйти. У нас получается сейчас лицевая. Вот так. Тогда получается узор двухсторонний. И с той, и с этой стороны петельки переворачиваются. Вот так. Вяжем до конца ряда столбиком без накида. Довязали второй ряд до конца столбиками без накида. Последняя петля у нас будет пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы делаем для чего? Для наших петелек. Поворачиваем работу. Заходим в первую петлю, вытягиваем петельку. Во вторую петлю, в третью, в четвертую, в пятую. Провязываем 5 петель. На крючке остается 2. Провязываем 2. И теперь внутрь образовавшегося кольца мы провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3. 4. Есть. Связали второй элемент. Первый элемент во втором ряду. Поехали дальше. Заходим в первую петлю. Вытягиваем раз петельку. 2, 3, 4, 5. Провязываем 2 петли. Остается 2. Провязываем 2 петли. Внутрь петелек провязываем 4 столбика без накида. 3, 2, 3, 4. Есть, связали. Дальше. В следующую петлю заходим. Вытягиваем петлю. Раз, два, три, четыре,
5 провязываем 5 петель, провязываем 2 петли в образовавшееся кольцо из 4 вытянутых петель, провязываем 4 столбика без накида, 3, 4, связали. Раз, два, ой, промазала петлю, пропустила. 2, 3, 4, 5. Провязываем все вместе. 5 вытянутых петель. Провязываем 2 петли вместе. Внутрь заходим, провязываем 4 столбика без накида. Три, четыре. В конце у нас 1, 2, 3 столбик с тройным накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. Поворачиваем работу и вяжем. И узор повторяется. Вяжем 2 ряда столбиками без накида. Узор смотрится и с этой стороны, и с этой стороны. Спасибо, что вы меня смотрите. Всего доброго. Схема будет в Инстаграме. А пока-пока.